Итак, сегодня с нами снова Нелепит, а также Серджо Вука. Джентльмены, чем мы занимаемся сегодня? Мы... Ну что ж, я сегодня это 2500 рублей в сутки российских, то есть почти $50. Что я делаю? Я замещаю бензобур, а именно, вот сюда вливается вода, днем, вечером пиво, вот сюда тоже. Вот это мой вспомогательный инструмент, это топор X, секач, называйте как хотите. И вот теперь таким легким движением руки, может быть не очень легким, мы вбиваемся в землю и делаем лунки. Но лунки не для того, чтобы играть в игру теннисным мячиком лунки, а для того, чтобы делать будущий фенс, то есть забор. И посему свидетель тому авиакомпания Аэрофлот, сегодня необходимо сделать забор на гараже марка Холидея. Вот. И именно этому мы посвятим сегодня, 31 июля 2019 года, чтобы сделать вот такое полезное занятие. Как только территория будет размежована, начнутся внутренние порядки по наведению территории в порядок. Пока что это бурины, мусорка, но все это будет приведено в порядок. Вам слово, Серджо Вука. Серджо Вука сейчас делает женский лобок, то есть выбривает начисто.